Обо всем наболевшем на сходе граждан поднимают самые насущные проблемы общества. Одна из них – безработица. Представители МВД сообщают жителям о возможности трудоустроиться в органы правопорядка. На сегодняшний день в МВД по республике более 400 вакантных мест. Главные требования – среднее образование, военный билет и отсутствие судимости. Дальнейшие действия кандидата уже будут определяться сотрудниками кадровых подразделений. Проблем никаких не будет. Послушайте мои слова, то, что я скажу. Никому, никто, молодой человек, ничего не должен. От слова совсем. Никакие подарки, никакие магаричи, никакие деньги. Я как заместитель министра это заявляю. Острой остается проблема наркомании. Цифры употребляющих и распространяющих неумолимо растут. Среди них как молодые парни, так и девушки. Сотрудники полиции призывают граждан обращать внимание на окружение своих детей и внуков, на сомнительные заработки, контролировать их маршрут. Спросите у этого человека, Обсудили в ходе встречи и дорожную ситуацию, серьезные травмы, детская смертность, наезды на пешеходов. Количество ДТП в регионе не снижается. Среди частых нарушений остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу, тонировка транспорта, агрессивная езда, алкогольное и наркотическое опьянение. Пока мы сами не начнем обращать внимание на свою молодежь, на тех молодых людей, которые выезжают с территории наших дворов, когда мы сами не снимем тренировку, пока мы сами не начнем снимать их с машин, когда приходят штрафы за превышение скорости, эти ДТП будут продолжаться, эти люди будут гибнуть, эти люди будут страдать. Говорили и о нарушениях, которые допускают свадебные кортежи, беспредел на дорогах и бесцельная стрельба, которые часто приводят к трагичным последствиям. Жители поселения обратились с просьбой усилить контроль по воскресеньям. По свадебным мероприятиям дополнительно выставляются еженедельно по воскресеньям 17 постов. Дополнительно 17. Это в том числе и по федеральной автомобильной дороге. Вот эта работа проводится на постоянной основе. Избежать наказания, еще и получить деньги. Правоохранители призывают сельчан сдать незаконно хранящееся оружие. С начала этого года граждане республики на добровольно-возмездной основе сдали более 30 единиц огнестрельного оружия. При этом в Ингушетии самое высокое денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия. Противовес за 6 месяцев текущего года в территориальных органах на районе зарегистрировано 149 материалов, имеющих признаки состава преступления. Я просто привожу 46 у нас добровольно сданных и 149 возбужденных уголовных дел для республики. Встреча постепенно перешла в формат дискуссии. Местные жители задавали вопросы, озвучивали свои предложения. Они убеждены, что все обсуждаемые проблемы необходимо решать комплексно и сообща. На сходе также обсудили тему экстремизма, терроризма, отметили заслуги участников СВО, необходимость прохождения срочной службы. Мероприятие проходит по указанию министра МВД по Ингушетии. Главная цель – укрепить доверие между обществом и органами внутренних дел. Если мы на этих мероприятиях хоть до одного человека доведем ту положительную ситуацию, о которой мы сегодня говорим, да, и результат получается, что он сегодня ночью или днем, скажем, не нарушит правил дорожного движения, откажется от наркотиков. Я считаю, что это очень положительный результат. Потому что мы сегодня, во что бы то ни стали, должны спасти наше подрастающее поколение. Такие встречи проходят ежемесячно во всех населенных пунктах республики. Сотрудники полиции выразили надежду, что количество участников на следующем мероприятии в средних очелуках будет больше. Ведь искоренение насущных проблем – общая цель, которую возможно достигнуть только совместным трудом и сотрудничеством. Диана Дударова, Султан Магушков, Магаз-24.